Кухня ЖКХ. Сегодня с экспертом проекта «Кухня ЖКХ» Павлом Валентиновичем Еропкиным, генеральным директором УК «Актив Комфорт», поговорим о фондах региональных операторов. С 1 февраля 2015 года действует фонд капитального ремонта. Расскажите, что это такое и как он функционирует? Да, на самом деле фонд капитального ремонта – это организация, которая, согласно закону, начала действовать с февраля 2015 года. Она нацелена на то, чтобы консолидировать деньги населения, собственников квартирных домов в одном месте, чтобы это отвечал один оператор, чтобы не получалось так, что управляющая компания там этим занимается, или кто только муниципалитет занимается, и вот эта вот исключительная ситуация, это было принято на таком уровне. Но это же то же самое, как региональный оператор по твердым коммунальным отходам. Много сейчас уже тенденция такая. Что касается фонда капитального ремонта, это, если простыми словами сказать, это котел. То есть все деньги сливаются со всех домов города Кирова в одно место. Жители платят туда деньги. И им отдельная квитанция оставляется. Управляющая компания к этому отношения не имеет никакого. Она не производит ни начисления, согласно там площади, согласно тарифам, которые утверждены, расценки, которые утверждены с квадратного метра. Мы не занимаемся самим ремонтом, да, то есть мы можем в этом участвовать, если у нас есть там определенные требования к СРО выполнены, лицензирование и так далее, и так далее. То есть это такая некоммерческая организация, которая создана на базе областном, региональном уровне. В каждом регионе свой фонд капитального ремонта, который выполняет эти задачи. Что из себя это представляет? В свое время, значит, были проработаны, собраны материалы с каждого дома, да, в каком состоянии они. С учетом износа, там и интервенционных каких-то мероприятий, было понятно, или там создан какой-то общий план ремонта по пяти основным, там шести основным видам, вернее, работ. Это инженерное оборудование, инженерные коммуникации имеется в виду, это вода, холодная, горячая, канализация, отопление, электрика. Это лифты, состояние лифтов, это состояние кровель, ремонт кровель и всех там конструктивных элементов, относящихся к кровле. Это ремонт фасадов, ремонт подвальных помещений и ремонт отмосток. Да, то есть вот как бы вот основные виды работ. Там потом еще есть, конечно, разработка проектно-сметной документации, строительные экспертизы там, и так далее. Но это уже как бы, понимаете, это вопрос фонда капитального ремонта, что они это должны, это там тоже как бы, если сомневаются в чем-то, они должны разработать, посмотреть, сделать. И это был такой план, формировался до этого года, до вступления в силу, до создания этих фондов. Администрации, муниципалитеты это все обобщали, собирали, формировали этот план ремонта и раскидывали его уже по годам там. Фонд принимал это для себя, говорил, что да, я вот приступлю к работам на этом доме, там, 24-м, на этом 28-м, на этом 36-м, и так до 44-42 года этого столетия. Понятно, и жители им платят именно туда, фонд капитального ремонта. Чем он, с одной стороны, хорош, то, что на самом деле, ведь замена даже одного лифта, например, стоит там от миллиона там 100 и более, в зависимости от грузоподъемности, от модификации, от завода, изготовителя. Если в доме их 4, ну, мы считаем, там, даже если взять по 1,5 миллиона рублей, это 6 там, миллионов рублей, да, получается. Поэтому жители, конечно же, этих денег никогда не накопят быстро, да, то есть на этом доме, и вот взять так их заменить. Конечно, из общего котла они могут дождаться, если бы они копили эти деньги, 6 миллионов, там, им точно бы, наверное, было лет там, 5-15 нужно было бы его покопить. А им могут ее заменить там, в течение там, 2-3 лет после этого фонда. Обычно так и делают. В первую очередь меняются такие объекты, как лифты. Вот. Это с одной стороны. И много вопросов, связанных, опять же, с кровлями. Особенно вот пятиэтажки, четырехподъездные. Отремонтировать кровлю шиферную, сделать ее нормальную, современную, там, покрыть ее нормальным железом, там, заменить стропильные части, обрешетки, награждение поставить, водостоки, все это организовать, то, конечно, эта кровля будет стоить там, и 3-4 миллиона рублей.
тоже опять, это большие деньги для этого дома. Он их не накопит и за 20 лет, если он будет их просто собирать. Понятно, конечно, из этого котла это очень, так сказать, выгодно, что вот он есть, все заплатили, но вот в этом году вот, вот этим домам делаем, за наследчик вот это. Вот. А это чтобы мы, чтобы жители это понимали. Но есть моменты, которые дом уже не терпит, и невозможно ждать 30-го года, или там 28-го даже, даже 24-го уже невозможно ждать, что вот уже назрела ситуация, что это аварийная ситуация. Это ситуация капитального ремонта, это не текущий ремонт, нужно отличать. Что такое текущий ремонт? Это замена там каких-то участков. Если капитальный ремонт относится, если износ оборудования, износ коммуникации больше там, 80%, больше 50-60%, все, значит, это капитальный ремонт. Это не текущий ремонт, это не восстановительные работы. Поэтому, конечно же, ждать 30-го, там, 24-го даже года, даже 22-го порой уже невозможно. Поэтому, конечно, здесь надо жителям принимать решение. Мы это занимаемся, мы, управляющая компания «Активкомфорт», активно занимается этим вопросом. Мы доводим информацию до жителей, что у вас вот, ситуация вот эта очень критична. Это требует капитального уже ремонта. Восстанавливать и латать дыры здесь бесполезно. Капитальный ремонт по плану, по графику у вас в 30-м году. Мы до этого не доживем с вами, поэтому нужно принимать решение на общем собрании о переносе сроков капитального ремонта. То есть идет процедура, которой мы занимаемся вместе с собственником капитального, всю необходимую методическую документацию, техническую документацию для того, чтобы провести это данное собрание, подготовить пакет документов и сдать их в муниципалитет. Муниципалитет на специализированной своей комиссии рассматривает данный пакет документов и вносит изменения в программу капитального ремонта и переносит сроки. Например, с 30-го года на 22-й, на 21-й год, в ближайшее время. Тем самым фонд уже обязан будет производить эти работы в связи с внесенными изменениями. Вот. Поэтому как бы, ситуация с фондом вот такова. Вопрос о том, качественно или некачественно они работают, медленно или быстро, я его обсуждать не буду. Пускай это обсуждает на каком-то другом уровне, наверное, не в другом формате передачи, где там нужно где-то что-то покритиковать. Критиковать у нас любят все, да, тем более в жилищно-коммунальную сферу. Поэтому сегодня я этого делать не хочу, хотя понятно, что замечания есть везде. Да, тем более, особенно вот в этой части. Это не новый дом построить. К новому дому тут проблем очень много. А когда существует дом в сжатых уже существующих условиях, естественные застройки уже городской, да, порой тут и не развернешься, не пошевелишься больно так вот, полномасштабно. Поэтому, конечно, есть и недостатки, есть недочеты, но это как бы другая тема, другой вопрос. В завершении программы рецепта Павла Валентиновича. Ну, рецепт, опять же, знаете, рецепт, он сводится к различным видам в нашей жизни, это экономии. Ну, в первую, еще какой рецепт, это вот, например, опять же, когда мы хотим скипятить себе чай, или там скипятить себе какую-то там воду для каких-то целей, мы должны понимать, а сколько нам это нужно. То есть, если вам нужно там скипятить чайник только на 3 человека, так и налейте на 3 человека, да, то у вас будет меньше. Если вы нальете там 5 литров, там 3 литра, то вы будете кипятить дольше, у вас электроэнергии больше уйдет. Ну и опять же, если мы говорим про электроэнергию, говорим про освещение, конечно же, сейчас современные лампы накаливания, они это светодиодные, да, в основном, они уходят, как бы лампы накаливания уходят как бы в небытие. Понятно, что они дешевле, но и работают они недолго, там месяц, полтора, два, ну максимум три, они перегорают. И цена-то у них уже как бы становится, выравнивается по сравнению с светодиодными. Есть и светодиодные лампы, которые можно купить доступно. Но она будет служить дольше, комфортнее освещение. Освещение можно подобрать уже будет. Любое свое, так или же это будет желтоватый оттенок, или это будет белый оттенок. Вот. Поэтому как бы предложение, вот такие советы по рецепту. Управляющая компания «Активкомфорт» приглашает к сотрудничеству и взаимодействию жителей, заинтересованных в улучшении комфортности проживания. Адрес: улица Роза Люксембург, 86В. Телефон 222-892. Кухня ЖКХ.